день. Меня зовут Татьяна Пархоменко. Я участница из Украины. Я имею трех прекрасных дочерей. По профессии я банкир, но в душе художник. Потому как просто не могу пройти мимо вот таких вот прекрасных пейзажей, которые окружают меня. И находятся вокруг нашего села. Но я пишу не только такие работы. Есть у меня работы и другого плана. Вот это работы, которые написаны дома, они фантазийные. Каждую работу я стараюсь дополнить поэтическими строками. Сейчас я вам покажу работу, которую я хотела бы представить.